Это, короче, игра-кино, поняли, чат? Новая история, погнали. Вы увидите лишь один из возможных путей, но ни один не ответит на все вопросы. Так, ну-ка, Forever Yours, Абоба. Что? Это я сейчас буду? Котик под колпачком, смотрите. Наверное, это вправо как-то. А. Так, я маленькая девочка. Почему? Видос записанный, лол. Ну да, это игра, фильм. Ты глупый или что там? С взаимодействиями небольшими и с выбором сюжета еще. Опа, хапочка какая вкусная. Эрика. Что? Папа. Это не игрушки. Нихуя не... Это опасно. Не слышу нихуя. Ну ладно. Готова? Бля, ну я похож на кое-кого. Мы с мамой познакомились много лет назад в больнице под названием Дельфа. Она была там медсестрой, а я врачом. И чего? А! По ночам мы рассказывали друг другу истории. Она рассказывала мне удивительные вещи. Истории из будущего. Кто, мама? Я рассказывал ей о прошлом. О Верховной Жрице, отмеченной знаком бабочки, которая могла видеть будущее в огне. Я говорил, что она волшебница. Как та жрица. Возможно, ты тоже волшебница. Но это надо проверить. Что-то мне не нравится этот вайб. Выбери фотографию. Какая нравится? А какая нам нравится? Вторая? Давайте вторую, ладно. Закрой глаза. Может, соберись. Может, голосованиями выбирать? И призови на помощь силу древней жрицы. Найди свою мать. У него глаза, как у Путина, алло. Вот что хотел сказать. Попробуй угадать нужный снимок. Не? Ни одному так кажется. Многие за третье проголосовали. 1300 человек. Ладно, третье вот это. Чего он? Видишь, волшебство. Она всегда с тобой. Помни это. Хотя ее нет рядом, она остается частью тебя. Это что? Что-то некомфортно как-то. Если бы ты могла видеть будущее в огне, что бы ты увидела? Бля, грустно. Может, ну его может не трогать, батю? Ой, что это?
сейчас выстрелю, мать вы... А, если выстрелишь. Крутите барабан. Нихуя такой пенис. Мы красивая. Почему ее не взяли на роль The Last of Us, Элли? Чё, принять, оправдать, отпустить, подержать? Ёбаный сыр, шо... Чё, блядь, тыкать? Я думаю, второе принять как будто. Хотя, может быть, отпустить тоже вариант. Бля, принять, отпустить. Бля, ебать сложно, слышишь? Голосование выиграло принять. Принимаем. Это ты виновата. Чат, вы хуй пикнули, блядь, а? Бля, это мой батя на работу просыпается. Да, лучше не трогать. Пошли отсюда. Смотри, там кто-то. Эй! Кто это? Помочь, может быть? Бля, лучше помочь. Я не выбрал нихуя, чат, мы долго думаем. Тут сись голых не будет? Классная игра, бля. Что? А почему открыто опять? Я ж закрывал на ночь. О, нет, блядь, ну не бери. Не бери коробку, блин. Ну какая-то хуйня, всегда знаю, такое что-то происходит. Мы не заказывали ничего, от кого еще может прийти посылка? Чё за хуйня, трупы какие-то? Блядь, сука. Мисс Мейсон. Я сержант Блейк. Главный следователь по этому делу. Можно взглянуть? Я потом отдам. Чё, отдать может? Вырвать может? Бля, я вот думаю, просто вырвать что? Это мы себе оставим этот рисунок? Или мы отдать... Ну, или мы вырвем и ему отдадим, чтобы он пользовался. Вот тут такой непонятный момент. Ну, давайте первое, ладно. Давайте в похуй на эти голосования. Блять!
ты часто это рисуешь? Это ведь греческий символ. Дельфийский. Пойдем навстречу, да. Как у твоего отца? На медальоне был такой же. Рука принадлежала Акалу Джахару. Он работал в Дельфах. Ты там бывала вместе с отцом. История, важность, связь с делом. Чё быстрее! Похуй! Это связано с моим отцом. Да вы поздно дело пишете! Твоего... Так и не раскрыли. Тут явно есть связь. Ты знаешь, что он основал Дельфы вместе с Люсьеном Флауэрсом? Вероятно, он тоже в опасности. А я могу паузу ставить? Ну вот. Ребята, ебаный сыр. Я вот так буду делать сейчас. Слушай, над Дельфами установлен надзор. Организована охрана. Я буду работать оттуда. Тебе тоже будет там безопаснее. Бля, девушка красивая, да? Ебаться, она мне кого-то напоминает, я хуй пойми кого, блядь. А чё? А. Эмилию Кларк, точно. Я-то думаю, кого-кого. 100%. Да-да, Клава Кока, чё? Да, какой-то дом жуткий, кстати. Очень. Поем салатик. Ага. Time to sex. А. Руку убери, пожалуйста. Наверное, они вышли покурить. Жди здесь, я сейчас. Алкаши какие-то. Идем или берем трубку? Ну ладно, берем телефон. Эрика Мейсон, я давно хотела поговорить с тобой. Ты кто? Кто вы? Ты вся дрожала и цеплялась за отца. Он был весь в крови. Но он не тот, кем ты его считаешь. Следуй за музыкой. Ищи Алади Картер. Посмотри, что он с ней сделал. Ты увидишь, кем он был на самом деле. Сомневаться. С чего мне вам верить? Верить никому не надо. Найди Алади Картер, Эрика. Посмотри сама. Алади Картер. Угу.
Бля, мне казалось, там замок был. Ну ладно. Меня сейчас прервут, надо что-то выбрать из этого. Давайте вот сюда посмотрим. Понятно, ключ. Не нужен. From the office. Dear and Mr. Johnson. Бля, переводик оформит кто-нибудь мне тут? It's great, sadness. Чё, the expect... Перевод-то... Где-нибудь будет? Ладно, похуй. Да нахуй, я не хочу уже тут ничего открывать. Опа. Ключик. От чего бы это? Я думаю, от как раз таки от правого там. Вот сюда, да? Или пойдем музыку слушать? Не, наверное, сюда надо. Элоди Картер? Во. Ну вот же. А. Мейсон Элоди Эрика. 28, национальность бритиш. Committed. Переведите на импотент. Committed to impotent case by DH senior resident physician Peter Mason. Умерла. Так. Какой-то спермомассив Гомес какой-то. Ой. Какого черта ты делаешь? А хули ты пропал, сука, с ресепшена, чмо? Была в кабинете. Так и застыла. Зря время потратили. Смотрю, ты кого-то нашла? Зря вообще куда-то ходил. Человек за столом. Давай вот это выберем. Он меня пугает. Уже поздно. Мы для него лишняя забота, да и день сегодня нервный. Кто вы? Я сержант Блейк, главный следователь. Я жду доктора Баллард. А мне вот интересно, что эта леди делала в моем кабинете? Она наверняка искала вас. Прошу прощения, мы все устали. Сержант Блейк, меня зовут Роза Баллард. С главным инспектором вы знакомы. Какой-то, сэр, блядь... это Эрика Мейсон. Очень жаль, что мы встречаемся в таких обстоятельствах. Что нам сделать, чтобы тебе было проще? Ничего. Мне тоже жаль. Идем. Бля, мне что-то кажется, что это черт какой-то ебаный. Мы в каком-то культе. Вообще, в принципе, все люди здесь. Даже этот мент, он в деле. Поэтому нельзя доверять вообще никому. А вот эта женщина по телефону, МБ, самое важное. Я работала с твоим отцом. В детстве тебя часто
Со мной оставляли. Ты любила искать. Че? Привидений в подвале. Вы знали моих родителей? Конечно. Твой отец обучил меня всему, что я знаю. А твоя мать, она была великолепной медсестрой. Такая умная, веселая. Ну, жить ты будешь здесь. Может, даже узнаешь место. А сколько я вообще тут жить буду? Она даже одета как Элли, блядь, я в ахуе. Администратор мистер Стейнбек всегда на посту. Так. Мне нравится. Бля, прикольно. Я первый раз такое играю. Какую ценку игры дашь? Бля, ну дай поиграть-то. Тут сюжет важен. Кнопок-то тут нет практически. Сейчас бабайка ебать. Вылезет какая-то. Тут еще попадать надо. Алло! Замок заело. Сейчас что-то вылезет. Вот так притихла музыка. Ария for Delphi. Это можно было выбрать пластинку, какую я буду слушать. Ебать, коксовые дорожки. А, не, это мы черкали. Загляни под кровать. Дядя Люсьен оставил тебе небольшой подарок. Да ну, ебать, какой-то вайп Лолиты. Какой-то неприятный вайб. Бля, мне так... Я ебал, это что за подарок-то? Я чуть не обосрался, бля. Ну это пи***ц, что за кукла такая? Посмотри на ее руку. Первым делом она, я бы под юбку залез, посмотрел, что там. У куклы имеется в виду. Нюхай!
Мне все нравится. Мне все нравится очень. Пойдем сразу, нахуя нам на зеркало сейчас смотреть? Какой-то дурдом или что? Я где? Не-не-не-не-не-не-не. Только не ковер. Тут чисто. По привычке аниме озвучили. Что чисто, я не понимаю. Кирсти. Да, тебе разрешили помогать, но только не в одиночку. Ты же знаешь, убираться без присмотра нельзя. Не, мы не стерпели. Мне кажется, это наша подруга, может быть. Алло, кто курит в доме? Что? Не... Можешь потушить? Тебя это злит? Меня это конкретно злит, я тебя сейчас ебать разобью, блядь, ты мразь. Может, хочешь поговорить об этом? Да. Брось, Тоби. Я пытаюсь играть. Оставь ее в покое. Да, пожалуйста. Привет. Здорово. Сюда. Не обращай внимания, она немного того. Когда ты уже сдохнешь, Хана? Что ты играешь? Это? Дельфийская ария. Что-то голос мимо, блядь, вообще. Кто-то. Не знаю, кто. Почему голос Элли озвучивает нихуя не Элли? Садись, я тебе кое-что покажу. Надо было вот этот голос отдать вот этой девочке. Вот, видишь? Тут все просто. Четыре ноты. Пам-пам. Пам-пам. Пам-пам-пам-пам. Остальное сыграю я. Нет. А? Не так. Как? Пам-пам. What the f... Oh, shit, fuck my ass. Держите салфеточку, девушка. О, блядь, что за хуйня, блядь? Заберите, это что? Алло, чел умирает. Что вы делаете? Чтоб тебе, Кирсти. Нет, 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 никакой уборки! Никакой уборки без присмотра! Без Есть паники! Все. Все хорошо, они не против. Нет, нет, нет. Нет, не, не надо. Смей. Это запрещено. Кирсти, успокойся. Бля, ебаный дурдом! Что я тут делаю? Отвалите! Отвалите! Не надо! Не надо! Не надо! Я спокойно! Она ничего не делала! Я не хотела. Она пыталась помочь. Пришел сержант Блейк. Тебя ждут в администрации. Войдите. Боже мой. Эрик Мейсон. Ты и так похожа на мать. Я тебя еще совсем малышкой помню. Я Люсьен Флауэрс, коллега и друг твоего отца.
Что-то какая-то хуйня. Вайб, короче, я видимо, как у... портрету в холле. Я бы его поменял. Кто этот смотрел фильм «Лекарство от здоровья», по-моему? Вот что-то мне такой вайб прям сейчас кажется. Держу в память о твоем отце. Ты хорошо спала? К этому месту привыкаешь не сразу. Скандал. Здесь жутковато. У девочек бывают тяжелые дни, но... Месячный, что ли? Мы делаем хорошее дело, я это знаю. А чё колите тогда их? Уроды, суки. Надеюсь, тебе будет приятно, но у меня кое-что есть. Твоя мать подарила это твоему отцу в день свадьбы. А чё, нормально что-то не могла подарить, мать моя? Хуйня какая-то. Я не смог выкинуть. Привет. Остаток без эмоций. Я сейчас общался с криминалистами. Эрика, похоже, убийца твоего отца и мистера Джахара одно лицо. Могут быть и другие неизвестные нам жертвы. Я что-то сомневаюсь, это мужичок. Это не ошибка? Убийство твоего отца никак не освещалось. Маловероятно, что это подражатель. Если честно, данных очень мало. Но мистер Флауэрс придумал, как помочь тебе вспомнить убийцу отца. Чё тыкаем? Первое, второе, третье. Я периодически просто буду у вас спрашивать. Там варианты без понятия помогать сомнения. Второе, понял. Я вижу какие-то образы. В своих кошмарах. Силуэт женщины с пистолетом. Но это все. Это метод терапии. Он был разработан твоим отцом. Возможно, у тебя прекратятся кошмары. Это не больно. Медлить, согласиться. Или что там еще? Никакой. Согласиться или сопротивляться? Третье. Я вот тоже хочу, третье хочу выбрать. Я не могу, простите. Эрика, послушай. Совпадений с делом твоего отца слишком много. Это не случайность. Если у нас будет описание убийцы, мы положим этому конец. Да и пошел ты на... Блядь. Извините, я не могу. Ничего, Эрика. Мы понимаем. Бля, ну играет отлично. Мне очень нравится. Хорошая актриса. Ну, ощущение, что я ее где-то видел. Опа, ебать. Почему тут какая-то женщина ходит? Лиса сидит. Это вообще типа классика тут. Твоя мать говорила, что жила этим местом. Она здесь работала. Здесь нашла любовь. Родила тебя. А потом и умерла. Круто. Спасибо, что рассказал. Лысый хуй. Мне очень жаль. Блядь, я только сейчас подумал, что кто-то мне так же, типа, отвечает через телевизор какой-то. Обвинить, блядь, похуй. Я была ребенком. И осталась одна. Я думал только о себе. Был страшным эгоистом. Я виноват. Прости меня. Идем. Я тебе кое-что покажу.
Давай. Что это? Секатор для яичек? А, почти. Не хуй такой цветочек красивый резать. Пусть растет себе, блядь. Опа, на, ну тут захоронена мать. Твой отец посадил олеандр в память о твоей матери. Ее любимый цветок. И мой тоже. Извини. У девочек бывают трудные дни. Ты уже это говорил. Некоторые из нас держат все в себе. Ханна, я думал, ты спишь. Это Эрика Мейсон, она пока поживет у нас. Я спасла ее от Тоби, героически залив пианино кровью. Я к доктору Баллард. Мы делаем духи. Пойдем? Или можешь зависнуть с Тоби. Вообще-то скоро обед. Он весьма неплох. Может, сходишь перекусить, познакомишься с остальными. Так, поведать Тоби. Слева, сверху женщина. И вот это снизу. С кем пойдем? ГГ пи***ц красивая, да, очень. Блядь, прям вообще кайф. Так мне непонятно, почему она очень, главной героиня, похожа на Тоби. Ой, на этот, на Элли. Но голос Элли у этой женщины, которая вот справа сейчас. Кто откажет? Привет, Тоби, обед с Кристи и сделать компания. Духи. Да, но тут чат что-то разделился, конечно. Первое, вы идете поведать Тоби. Бля, пойдем. Проверю, как дела у Тоби. Ну ладно, тогда до встречи. Эрика, это хороший поступок, напомни, что некоторые наши пациентки хорошие манипуляторы. Будь осторожна, ладно? Я не знаю, зачем чат выбрал первую. Блядь, чат. Что ты делаешь? Ты преследуешь меня? Шиза, ебать. Пусти меня. Мразь, блядь, ты чё? Ты туристка. Ты не представляешь, сколько здесь тайн. И чё? Будь осторожна, а не то нарвёшься. Ну ладно, расспросим. О каких тайнах ты говоришь? Понятно. Ищешь приключений? Да? Ладно. Пошли. Чё вы выбрали? Вообще какую-то... Уютно, да? Вот. У. Я кое-что заранее приготовила. Что это? Страшный яд. Господи. Тебе будет полезно. Бля, выпить? Или отказаться? Я бы выпил, ну так, чисто. Давайте выпьем. У нее нычка тут есть, 100% надо выпить. Это правда? Че? Что тебе прислали чужую руку? Ты здесь прячешься? Но да? Она мне больше нравится. Да. Еще и папа, гениальный врач. Они с Флауэрсом основали больницу, да? Да. А твоя мама? Она ведь умерла здесь?
Открой. Опа-на, бля. Культ какой-то. Так и думал. Где ты это видела? Это была не я. Его автор. Она мертва. Она видела странные сны. Алло, я один раз хотел выпить! Как цветы падают с неба. У нее стала идти кровь. Начались припадки. И она нарисовала это. Что это значит? Я не знаю. Но она рассказывала всякое. Про призрака. Что в подвале заперта женщина. Я не слушала. Актрисе 31? Вот все этой? Все думали, она чокнутая. Пиздец. А когда она умерла, я нашла это. Когда игру делали, было 26. Что это за хуйня? Видишь? Этот символ внизу. Он из древнего храма в городе Дельфы. Они похищали женщин. Сводили их с ума с помощью наркотиков. Думали, что так они смогут видеть будущее. Че, если женщину наркотиками напичкивать? Да хватит, я... Заболели. У них случались припадки. И они умирали. Ты думаешь, здесь то же самое? Знаю, как это звучит. Но... Вот, зацени. Что-то у меня в глазах потемнело. Нахуй я выпил? Я не ебал, что она будет бутылку хапать всю. Эй. Знаешь, откуда у Флауэрса деньги? Копил на будущее. Ой, бля. Алло, она умерла? Что я делаю, мать твою? Фу, бля, жива. Я устала. А ну-ка, раздевайся. Ты устала? А, да так нельзя тут. Блять, вот она выпил. Твою мать, фуриёбы. Реально. У тебя что-то у меня грибок на ногтях. Что-то она уже не настолько красивая. Надо же, кого я вижу. Ты куда пропала? Я тебя везде ищу. Тебе посылка. Бля, у меня ощущение, что на меня обряд произвели только что из-за вас, сука. Открывай. Да там голова еб... сейчас будет чья-то.
Ой. Боже, жуть какая. Осторожно. Мы не предлагали тебе пить. Но это моя уже инициатива, но вы меня вытащили. Посылку отправили вчера. Описания отправителя пока нет. Вот, посмотри. Ты, бля, как заебали вот это. Посылку отправил, никто не знает ничего. Пук срень. Ты, блядь, попробуй запечатанный айфон с деком, блядь, отправить в другой город, ебать, в рот. Они тебе говорят, а ну открывай коробку, блядь. Это квартира администратора Карла Стейнбека. Что там лысый подглядывает? Прям мутный какой-то, да? Наши ребята уже там. Он пропал. Он мертв? Это была его... Его кожа? Скорее всего. Татуировка та же. А как вы поняли, блядь? Почему он сделал татуировку с этим символом? Раньше он был на вывеске. Он из храма Аполлона в Дельфах, это в Греции. Там была такая надпись «Познай самого себя». Твой отец решил, что нам это тоже подходит. После его смерти знак убрали, но татуировка Карла, конечно, осталась. Почему именно это? Почему кукла? Бля, ребят, что-то мне подсказывает, что этот просто мститель какой-то. Вот эта женщина, она... Реально, тут никому доверять нельзя просто. Родимое пятно. Подарок Люсьена из дома. Из дома. Она у меня с самого детства. Но я не взяла ее в Дельфы. Нужно съездить к тебе домой. Я попрошу тебя осмотреться, проверить, все ли на месте. Заодно сможешь прихватить побольше одежды. Похоже, ты здесь надолго. Все хорошо? Охуенно с пломбы, товарищи менты, которые перешагнуть просто можно. И внутрь дверь открывается. Я ебал все пломбы. Мне жаль. Пойду опрошу соседей. Так, какой-то уебан перевернул мне всю квартиру. Фотку украл, гондон. О, цикады. И бабочки. Господи. Жди тут. Запри дверь. Алло. Это полиция. Открывайте, или я выбью дверь. У тебя ордера нет, ублюдок. Я сейчас выбью дверь. Бля, пойти или нет?
На, пойдем. Да. Дурка полная. Какого хуя? А что мне сделать? Блять, нельзя. А что еще? А. Не смотри, не смотри. Все хорошо. Саш, я хотел Боунса наебать, но я забыл, блядь. Привет, Игруня. Пойдем, скорее. Вот, подружились уже. Буду делать операцию. Она выросла в каком-то жутком приюте. Притворилась, что у нее депрессия, чтобы сбежать оттуда. Она была здорова. Теперь ее будут резать. Что за... Проверь тумбочку. Внутри может быть что-то странное. Чего странного-то? Что-то я прям погрузился, пи***ц, кстати, я хочу вам сказать. О, бижутерию пиздец, да ебать в рот. Так, забираем, короче, это все.
Дай сюда. А грубить-то зачем? Мы же вместе пили, чмо. Я вижу это во сне. Розовые лепестки. Как и Ханна. Все хорошо. Все будет хорошо. Арика. Где Ханна? Ее нет. Мы покажем тебе пару вещей из квартиры. Почти все в лаборатории, но с парой моментов нужна твоя помощь. Не волнуйся. Инспектор попросил привести тебя сюда, к нему. Почему не участок? Почему не в полицейский участок? Тебе и так непросто, Эрика. Это был бы дополнительный стресс. Вы ебланы, что ли? Чё вы несёте, суки все? Какой дополнительный стресс, Прошу, чай готов. Он же выглядит как педофил какой-то. Господин инспектор. Что скажешь? Инспектор Гаджет. Похоже. Что это, чмо? Это она? Это какой-то уже... Это Мипо. Ну, походу, да. Да, это она. Ладно, хорошо. А как насчет этого? Ростик какой-то. Это из ее квартиры. Там же другая женщина была. Ее зовут Мия Грин. Опа. Она лечилась в Дельфах. Она дружила с твоей мамой. Очень о ней заботилась. Порой даже чересчур. Заботилась? С ней было сложно. Она была склонна к агрессии. Из-за трудного детства. Твоя мать поддерживала ее. Так. Эрика, в ночь смерти твоей матери Мия Грин пробралась на пункт... Почему я не удивлен, а? Она умерла от передозировки. То ж это мог быть-то, ебаный в рот. Вы врете. Вы лжете. Боюсь, что нет. Но мы разрабатываем версию о чем-то недосмотре. Мы запросили разрешение на эксгумацию. Это что тебе такое? Тебе придется еще немного побыть в Дельфах. Помощь нужна? Спасибо, нет. Блейка, возьмете? Ты ее видел за дверью? Ну да. Ну и чё? Резиденция Колкеров? Да. Это сержант Блейк. Сейчас буду. Мне пора. В Дельфах кто-то чужой. Я с вами. А я что, нет, тут? Это опасно. Настоятельно прошу. Я с вами. О, кровь пошла. Нет, Эрика, он прав. Ты нам не поможешь. Эрика, ты как? У тебя кровь. Идите. Я за ней присмотрю. Ванная дальше. По коридору. Иди. Ты чё, Хёршел, сука?
Так, блядь, меня нахуй пичкают, походу. Лисичка, что она может значить? Чё, хапанул? Ты кто его ёбнул-то? Чё происходит-то? Бля, это... Понятно. Только что был живой. Бля, может, а мы сами ищем, а? У нас шиза. А вот и, кстати, открывашка, по-моему, от подвала этого. Здравствуй, Эрика. Вы мертвы? Пока нет. В отличие от инспектора и остальных. Стейнбек, Джахар. Они были заодно. Тебя я не трону. А нахуй пушкой тыкаешь? Пренебрежение, отчаяние. Зачем вы это делаете? Он отдал им родную дочь. Свою плоть и кровь. Я защищаю тебя. Не подходите. Твой отец сделал из меня чудовище. Он забрал у тебя мать, он предал тебя. Он продал душу дьяволу. Под Дельфами скрыта иная реальность. Туда ведут тайные проходы и спрятанные двери. Я подарила тебе медальон, ключ ко всему. И где он теперь? Но есть другой. Он прямо перед тобой. Но они все заодно, я уверен. Замки в стенах. Найди замок и посмотри сама. В лесу. Родилась елочка. По дороге к Дельфам есть старая ферма. Я буду там. Прикроем ее, да? Приходи одна. Бля, ну чтобы пришла чувиха в резиденцию и просто мента замаслила, ну никаких да. Никаких чужаков. И найти никто просто не может пациентка ничего. Просто пациентка решила украсть лекарства. Страница. Они заодно. Конечно. С вами все было бы по-другому. Ha ha ha!
Ты как? Я могу чем-то помочь? Поддержим. Все нормально. Постарайся поспать. Здесь ты в безопасности. Я справлюсь. Я справлюсь. Она точно ничего не сказала? Ничего полезного для нас? Нет. Ничего. Если что, я внизу. Не заложим ее. Я выбрал не закладывать. Я думаю, вы так же бы выбрали. Потому что менты в сговоре, и у них какие-то медальоны, блядь. Что-то они, блядь, крысят. Об остальном говорить не стоит совсем. Опа. Сами знаете. Начали гибнуть люди. Думаю, мне стоит знать больше. Значит, они не должны гибнуть. Все это может положить конец моей работе. А это дело всей моей жизни. Это понятно? А что конкретно вы делаете? Меня увидят? Не твое дело. Мне вообще ничего не сообщают. Просто делай свою работу. Присматривай за Эрикой, как положено. Ясно? Как положено. Это понятно? О, блядь. Успел? Ну там, наверное... Его работа присматривать, но никто ничего не рассказывает, а люди умирают. Ну, я говорю, все правильно мы сделали. Мне кажется, мент этот вообще не в курсе, возможно, о делах этих всяких грязных. А вот тот-то в курсе был, начальник, который... У этого просто работа присматривать за нами, он реально не выкупает. Но нам сейчас сюжетом это объяснили. Реально, вайп, лекарство от здоровья, бля. Посмотрите фильм. Кто не смотрел. Или в ТГ его глянуть завтра как раз. Но я его смотрел уже просто. Я тут... Я, кстати, жмал слева на дверь, а тут она сюда зашла почему-то. Бля, надо посмотреть, кто в пакете лежит. А зачем? Смысл какой? Вот я тоже так подумал. А кто это? Я не понимаю. Который кровью захлестала пианино? Да, походу. Ебать, ей у мозгу убрали. Застегни назад. Застегни. Посмотрим здесь что. Ну, бля, ну читаемо, да. Это филлеры ей вкалывают, губы увеличивает. За 2000, которые.
скипнул случайно как-то. Баг какой-то словил. Бля, куда прятаться-то, ёб твою мать? Да ёб твою мать, этот замок, его что в жизни, нереально с первого раза открыть, что в игре. Ой, камера, все, ГГ. Алло, камера, мать, на голову подними. Ну, надо было телек выключить. Все, попался. Я думаю, какой-то игрофильм уже склепали про эту игру. Посмотреть. Ублюдки, блядь. Он предводитель культа, наверное. Наш отец, типа. Чё тут, блядь? Тюбики какие-то. Мамы, спасибо за подарочную. Как вовремя. Она в плену Эрика. Идем со мной. Да что за хуйня? Бля, пойдем или нет? Вместе мы можем ее спасти. Бля, а у нас просто ничего не остается, мы уже ничего не можем сделать. Либо первое, либо второе, блядь. Ну, гоу, погнали. Что мне сделать? Дело в тебе, Эрика. Так было и будет. Чего? Она рассказывала мне удивительные вещи, истории из будущего.
Я рассказывал ей о прошлом. О верховной жрице, отмеченной знаком бабочки. У нас знак бабочки. Что вы сделали? Как я сюда попала? Вот как. Работа твоего отца. Клей? Он испытал это на твоей матери. И на тебе тоже. Один вдох, и ты сделаешь, что скажут. Эта жидкость превратила нас в его рабы. Лекарство от здоровья, да? Копия. Блять, серьезно, я это выпил, я думал, это алкашка. Матери ее любимый цветок. Что-то звук проебался где-то. Духи на основе этого цветка, видимо, делаются. Там же объяснили, блин. Что, по-твоему, он жёг в лампе? Бля! Тебе ведь это знакомо. Я умираю. Сколько вам осталось? Это не важно. Я чудовище. Северус Снег! Отметина твоей мать. Вот что привлекло твоего отца. Вот зачем им ты. Девушка, которая увидит будущее в огне. Откуда вы это знаете? Откуда вы знаете про жрицу? А ты как думаешь? Он был одним из них. Посмотри сама. Я так подозреваю, игра не хуйня купилась, да? Люсьена, что синтез науки и обряда позволит им видеть будущее и менять его. Вот зачем им твоя мать. Твоя мать жива, но она слабеет, а без нее они слепы. Мы застанем их врасплох. Найс, я в деле. Мы остановим их. Мы освободим ее. Я в деле. Да я уже засветился на камере. Оставь себе, пригодится.
туда. Медальон. Так. Видимо, запечатали. За мной. О! Упал! Его придется убить. Он поднимет тревогу. Помогите мне. Я передумал. Я связался с плохой компанией, не ребят. Заметит. Нужно вырубить свет. Ну теперь вообще не увижу ее. Веди меня к тайной двери. У нас мало времени. Я про другие двери, ты и не в курсе, кроме той. Шиза какая-то, что ли, блядь? Хорошо, что не убил. Эрика. Господи, я везде тебя ищу. Где ты пропадала? Обвинить. Вы что-то скрываете. Я ничего не скрываю. Я тебя искал. Скажи, что случилось? Бах! Второй, блядь. Тебе нельзя рисковать. Освободи свою мать. Сделай это любой ценой. Но бесплатно. Возьми. Пообещай. Если придется, не трусь. Ладно, обещаю. Обещаю. Спасибо. Короче, мне никого не жалко, все ублюдки ничего не рассказывали, а делали вид, что разбираются, блядь. При этом трупы только сыпались. Поэтому этот получил въебало заслуженно, нахуй. Он всегда пропадает в нужный момент, когда труп находится. Сейчас постреляем во всех, короче. Эрик, сюда нельзя. Потребовать. Разбудите ее. Тебя ищут? В
саду нашли тело. Мне кажется, ты больна. Разбудите ее. Это опасно. Кроме того, вывод из-под наркоза требует времени. Я подожду. Я подожду. Когда мы извлечем трубки, у нее начнутся судороги. Но я введу ей эпинефрин. Он в шкафу. Его нужно вколоть в сердце. Тоби! Кирсти, беги! Здесь опасно, но я не брошу Тоби. Ее надо разбудить. Вытащи из нее трубки. Дергаем. Сделай что-нибудь. Чел, у меня там челик в конвульсиях. Эпинефрин. Сюда. О, мать Тереза, на все силы еб... Тоби! Здесь опасно. Ты можешь идти? Увести ее. Вытащи ее отсюда. Да ебать интересно, да? Риса, спасибо большое. А мы тут в игру играем, типа интерактивную. Примерно 90 баллов. Спасибо, спасибо за рейд. Опа, шефчик лысый. Я тебе сейчас пулю в башку всажу. Сука, босс мафии сидит. Что случилось? А что ты обкаканный такой, а? Это я. Да я понял, что ты. Пожалуйста. Опусти пистолет. Нет. Я не буду пистолет пускать. Блядь. Сука. Что бы ни случилось, мы с тобой во всем разберемся. Обещаю. Медальон. Ну вот. Давай поговорим. Дайте мне медальон. Эрика, милая. Ты же бредишь. Пожалуйста, успокойся. Ты меня пугаешь. Думаю, ты больна. Мать обряды. Тебе необходима помощь. Девушки спросим. Вы их не лечите. Вы их только мучаете. Вы убиваете их. Это больница. Отвечай, я в него высажу. Мы помогаем людям, облегчаем их страдания. Ты опасна. Фреска Ханна. И ложь. Даже не представляешь, насколько. Фреска, блядь. Похуй. Я была на чердаке. Видела фреску. Тут то же самое. Тот же обряд. Обряды? Эта картина у нас уже больше 100 лет. Ее даже никто не прячет, Эрика. Просто поверь, мне нечего скрывать. Снова кошмар, Эрика. Так, заебал. Я в тебя высажу сейчас. Подумай. Что ты видела первым? Или обряд. Блядь. О, боже, что ты наделала? Дверь. Откройте дверь. Нет, Эрика. Почему нет? За ней тебя ждет только безумие. А почему? Ты слишком долго была
совсем одна. Ебатый фрик, как к него стрельнуть, блядь? Мы все исправим. Я заменю тебе семью. Да иди ты нахуй. Да стрельнёй! Прошу. Нет. Поверь мне. Опусти пистолет. Мы стреляем. Лин мертва, Эрика. Готов, нахуй! Отдыхай, ублюдок! Чмо, блядь? Опа, первый, кстати, отъехал. По канончику. Мужичок моих рук. Говорит, только безумие тебя ждет. Нахуй открываешь тогда, блядь? Покажи, и все, я пущу пистолет. Ну, логично же. Чмо, блядь? Сидит тут алтарь свой, ебать. Все в знаках каких-то, блядь. Двери, ебать, какие-то. Ну-ка, давай. Зажигалочку. Бэмс. Плюс вайбик. Я уж, блядь, он так меня убеждал, что я уж сам подумал, что я сумасшедший, блин. Что с цветкором, Вова? Не знаю, это я, что ли, красил фильм этот? Ну вот тебе обряды, пожалуйста, чат. Не зря высадили в него. Это то, с чего игра начиналась, кстати. Нах ты поджигаешь, потому что тут надо делать такое. Тут нет вариантов, не надо поджигать, типа. Если бы был, я бы не поджигал. Жечь, вдохнуть. Вот это очень важно, чат. Вот это я с вами решу. Давайте. Чё больше кто напишет? Первый слева, второй справа. Сжечь? Ну, я тоже думал сжечь. Ох, полыхнуло-то как, блядь. Бензина. Как коктейль Молотова метнул. Сейчас все, получается, вдохнут. Я гений. Вместо того, чтобы одному вдохнуть, я сейчас раскумарю всех этим цветком. Бля, актриса пи***ц. Не знаю, мне очень нравится. Красивая очень девушка. Оставите себе выбросить. Выбросим, потому что у нас отец гондон. Забудем о прошлом. Подружки мои живы! У меня хорошая концовка. Ее враги горят в огне, мать обрела покой, наставница исчезла в дыму, Эрика уходит прочь. Бля, классно, классно, мне очень понравилось. Мы лучшую... Мать, правда, не спас. Не знаю, как ее можно было спасти. Но это лучшая концовка, походу.
Как вам игра? Мне понравилось, да? И кино посмотрели какую-то прям игру. Бля, мы можем завтра поиграть с другой концовкой просто, под вечер. Можем довериться ментам. А сколько игру купили, купило людей, мне интересно. Она такая какая-то непопулярная. 1403, как будто мало очень по продажам. Но я знаю, что есть такие игры. Но вот есть игра еще «Бункер» называется, почти такая же. Прикол заключается в том, что они не локализованы как это. Это локализовано с такими голосами, кстати, известными. Покупаем все. Так а что покупать-то? Я думаю, разработчик умер уже. Или издатель. А, ну они же разработчик и издатель. Но она не зашла, видимо. Но она хуй стоит какую-то, блядь. Это Sony. Не может быть. А, это Sony эксклюзив бывший. Не знаю, у меня на актрису плюс вайб. Бункер норм локализован, только без озвучки. Ну вот, а тут озвучка это важно очень. Понял?